Жители округа активно провели новогодние праздники. В Кореневском карьере Рождество встретили в спортивном режиме. Заплыв моржей, катание на снегоходах, лыжные забеги и многое другое ожидало горожан. Подробнее в нашем сюжете. Все новогодние салаты съедены, самое время вылезти из-за стола и задуматься о здоровом образе жизни. На Кореневском карьере для жителей округа провели праздник спортивного Рождества. Планируется сегодня, что мы установим некий рекорд двоеборья. Это наши постоянные любители моржевания, которые сделают круг 400 метров, потом заплыв в холодной воде. Двоеборец Артем Станоженко предпочитает тренировки на открытом воздухе. Мороз – не помеха спорту. Закаливание только укрепляет организм. Он регулярно окунается в прорубь с 2017 года. Собираюсь пробежаться и искупаться. Для меня это, ну, можно сказать, почти привычно. Помогает немножко меньше болеть зимой. Когда зимой бегаешь, какую-то такую активность, ну, подвержен болезням. А если купаться, то вроде полегче. Рекорд установлен. Артем прошел всю дистанцию за 2 минуты и 1 секунду. Его результат сможет попробовать побить любой желающий уже в следующем году. Оказалось даже легче, чем я думал. Я эмоциями доволен как-то. Вот и пробежал все вроде быстро, и плыл, и все. Очень рад. Приходите сюда и купаться, если через год такое же соревнование, приходите участвовать. Прорубь здесь можно застать более-менее готовые почти каждый день. Артем не единственный морж на спортивном Рождестве в Коренево. Ему составила компанию хрупкая Ирина Чеснокова. Девушку совсем не пугает ледяная вода. Она словно русалка окунулась в прорубь. Николай Волков в свои 65 лет отлично себя чувствует и показывает пример молодому поколению. Всем здоровья! С Рождеством всех! Спасибо! Поддерживайте спорт, комитет Люберецкий. 9-летняя Катя Пивоварова хотела бы тоже окунуться в прорубь. Да только родители не разрешают. Сегодня она довольствуется футболом на снегу. Я с детства уже занимаюсь футболом, уже 4 года, и мне это очень нравится. Хочется все равно играть снова, знакомиться с некоторыми, побеждать в новом году. Тем более зимой. Данила Полукчиу любит ездить на велосипеде. Он объехал на нем весь Крым и Турцию. Но зимой молодой человек выбирает лыжи. Он занимается этим видом спорта всего 2 года. Мы тренируемся в Лыткарино, Подмосковье. Там есть очень хороший лыжный клуб. Катаемся примерно 20 километров за тренировку 3 раза в неделю. Вот, живу я здесь недалеко, поэтому решил поучаствовать в таком замечательном событии. Данила установил первый рекорд спортивного Рождества по лыжному бегу. Он преодолел дистанцию в 3 круга за 2 минуты 35 секунд. А самым маленьким рекордсменом рождественского праздника оказался 4-летний Артем Арутюнян. Он еще плохо говорит, но уже отлично управляет снегоходом. Квадриками увлекаюсь. На соревнованиях участвовал. На Малаховском озере 1-е место занял. И он по моим путям идет. Практически каждый день. То на снегоходе, то на квадрике. Гоняет часто. Всем победителям вручили памятные награды. Но главный приз – заряд отличного настроения и крепкого здоровья, которого хватит на всю зиму. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.